Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди вселишены, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, благослови наши занятия, не допусти уклониться нам направо, ни налево. Прибудь с нами в этот вечер, дай все услышанное запомнить, раствори это верою. И дай желание поделиться с ближними. И пошли на нашем пути этих людей, жаждущих слышать Слово Твое, жаждущих правды. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Продолжаем разбор противосектантских материалов. И остановились мы на таком подзаголовке: «Исправление ветхозаветных изображений в Новом Завете». Будучи принятыми Христом и апостолами, изображения перешли в Новый Завет со второй заповедью: «Сделайте все, как я показываю тебе». Исход 25.9. «Все, как я показываю тебе, и образец скини, образец всех сосудов ее, так и сделайте». Требует исправления ветхозаветных изображений, потому что в Новом Завете показано нам Богом то, что еще не было нам показано в Ветхом Завете. Книга пророка Амоса, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Ветхозаветные изображения, как и все остальное, установлены были только до времени исправления. Об этом читаем в послании к Евреям 9.10. «И которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Деяния 15 глава, с 15 по 16 стихи. «И с ним согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее“». Ковчег Завета и золотая дощечка – образ Бога невидимого. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 35 стих. «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: „Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя“». И вторая книга Паралипоменон, 6:21. «Услышь моления раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес услышь и помилуй». Псалом 138 и 2 Паралипоменон 6:41. «Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Лицо Бога людям еще не было явлено. Книга Второзакония 4:12 и 15 и 19 стихи. Итак, 12 стих. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Из 15 стиха. Так, секундочку.
Итак, Второзаконие 4.15 и далее. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». Причина эта лежала во всех евреях. Если бы Господь явил лицо, то они сейчас же сделали бы изваяния наподобие египетских и приравняли его к языческим богам. Но по мере приближения времени Бог стал открываться. Пророк Исаия 6.1. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Пророк Даниил, 7 глава, с 9 по 13 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Вместо изображения лица Божьего евреям было дано изображение имени. Исход 28 глава, с 36 по 38 стихи. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Так, повыше перечислил. Ну, прочитанному вопросы, может быть, у кого-то есть. Можно, да? Да. Сергей, вот ты прочитал здесь, что не делать изображение ни мужчины, ни женщины. Не это ли иконы? Ну, это когда было сказано? Четыре вопроса задавал Рахиль. Кто сказал, когда сказал, кому и зачем? Ну, это явно сказано не для того, чтобы в Новом Завете не рисовали святых угодников Божьих. Тогда их не было, нельзя было запрещать то, чего не было. Тогда не изображали православных икон, как вот сегодня сектанты называют, что это идолы. Бог не являлся ветхозаветным людям, он то в огне, то как бы, почему? Потому что он как бы опасался, что они, видя Бога,
станут делать изображения, поклоняться изображениям не как истинному Богу. Сергей, поняла, спасибо. Все, все. И здесь не только же перечисляются мужчина и женщина, тут и гады перечисляются, и звери, то есть все, все перечисляется. Все, поняла. Вот. Поняла? Да, да, да. У меня вопрос. Прикрепить к передней стороне кидара. Что такое кидар? Не знаю. Кто знает, пожалуйста, ответьте. Что, никто не знает? Так, сейчас я, Игнат Тихонович. Игнат Тихонович, вы с нами? Знаете, что такое кидар? Вопрос задают. Сегодня не надо искать ответа нигде, как в Википедии. Зарядите слово кидар, и все написано будет. Отошел. Ну, я тоже об этом подумал. Так, кто-нибудь параллельно сделать, время на это тратить не будем, в чат выставите. Идем дальше. С рождением Иисуса Христа Бог явился на земле. Об этом читаем в послании, в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, с 1 по 14 стих. То есть там говорится, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и далее. И Слово обитало с нами, полное благодати и истины. Простите, еще кто-то стучится. Нет, все уже. Филиппийцам 2 глава 6-7 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобными человеком, по виду став как человек. Послание Колоссянам 2.9. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. 1 Тимофею 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире. Вознесся во славе. Первое послание Иоанна, 1 глава с 1 по 3 стихи. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. О слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Далее. Бог показал себя людям, и теперь вместо золотой дощечки икона Спасителя. Христос есть образ Бога невидимого. Об этом мы читаем. Второе послание Коринфянам 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Колоссянам 1.15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Далее. Кто видел Христа, тот видел Отца. Подтверждение. Евреям 1.3.
сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 по 10 стихи. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам отца, и довольно с нас. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Евангелие от Иоанна 10:30. Я и отец одно. Евангелие от Иоанна 1 глава 17 по 18 стихи. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Пророк Исаия 6:5. И сказал я: горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Лука, 3 глава, 21 по 22 стихи. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Вопросы? Есть повыше прочитать? Да. Когда же крестился весь народ, Иисус крестился, вместе с народом разве он крестился? Вот у меня этот вопрос. Ну почему вы считаете, что он отдельно как-то крестился? Глаз-то был с неба, что для одного Иоанна Крестителя? Не, я не считаю, я вот спрашиваю, интересуюсь. Да, с народом. С народом. Ну, то есть он не один был? Нет, конечно. Там прям повнимательнее почитайте, я сейчас не помню где. Но народ пришел креститься, и в это время явился Христос. Иоанн Креститель, он называется предтеча Христов, то есть он приготавливал сердца людей, чтобы привести к их ко Христу. Угу. Поэтому и нужно так было, чтобы Христос среди народа это все произошло, не отдельно, нет. Еще вопросы? Итак, идем дальше. Следующий подзаголовок. Изображение херувимов. Еще раз напомню, что изображение – это есть иконы, по-нашему. Икон с греческого. Изображение с греческого переводится как икона. Книга Бытие, 3 глава, 24 стих. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». И 16 глава, 7 по 11 стихи. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?
Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись, госпоже твоей, и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Книга Судей 6:12. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Ангелы. Галатам 3:19. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Поэтому их изображали», то есть ангелов. Исход 25 глава 18 стих. «И сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки». То есть это повеление Господне. Сделать иконы ангелов. Исход 26 глава 1 стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работаю». Книга Царств, 6 глава, с 23 по 29 стихи. Тоже об этом говорится. Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 по 14 стихи. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение». Также в ангелах сказано в 24 главе 4-7 стих, в Евангелии от Иоанна в 20 главе 12 стихе, Матфея 28 глава с 3 по 7 и в книге Деяний 1 глава в 11 стихе. Это все ангелы в Новом Завете. В Ветхом и Новом Заветах ангелы показывали себя одинаково, поэтому изображения их перешли без изменения. То есть, как в Ветхом Завете изображали ангелов, так и в Новом Завете тоже мы видим на иконах ангелов. Далее, два камня с именами сынов. Так, по ангелам вопросы есть? Да, да, пожалуйста. Сделайте двух ангелов, а сделайте на обоих концах крышки. О какой крышке идет речь? Крышки ковчега, наверное, я сейчас затрудняюсь сразу так сказать. Так, сейчас Рому подключу. Исход 25 глава вроде, о крышке завета. Исход 25 глава 20 стих. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу, к
крышки будут лица херувимов. То есть надо повыше и пониже прочитать, и будет все понятно. В каких крышках? Ложится шестых кольца по сторонам ковчега. Ну, крышка ковчега, наверное, в котором что хранилось, знаете. Давайте, подключайтесь. Сделай также крышку из чистого золота. Ну, крышку для чего? Впереди про ковчег говорится. Значит, крышка ковчега. Кто не согласен, пожалуйста, пишите. Так, идем дальше. По ангелам нет вопросов, все понятно. То есть как в Ветхом Завете ангелы были, и в Новом тоже ангелы, об ангелах мы считаем. То есть и как там изображали ангелов, мы видим там чеканные работы. И их не запрещалось, наоборот, повелевалось. Поэтому никакой сектант не может нам запретить изображать ангелов и в Новом Завете. Они никак не изменились. В Ветхом Завете мы считаем ангелов. И вот. Это касается ангелов. А вот Рахиль говорил о мужчинах и женщинах. Вот там сейчас вот мы до этого зайдем. Мужчин и женщин в Ветхом Завете не изображали в храмах. А почему? Сейчас вот вы узнаете почему. Немножко наберитесь терпения. Итак, вот сейчас следующий подзаголовок. Два камня с именами сынов Израилевых. Об этом еще можно прочитать. Книга Исход, 28 глава, с 11 по 21 стихи. Вот мы сейчас вот к людям возвращаемся. То есть сыны Израилева, это же люди, мужчины и женщины. И вот про в Ветхом Завете в книге Исход вот что сказано. Через резчика на камне, который вырезывает печать, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых. То есть не самих, не фотографии, а именно имена. Вот я подчеркиваю это, выделяю. И вставь их в золотые гнезда, и подложи два камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми, сделай их работу плетеную. Прикрепи витые цепочки к гнездам, сделай наперстник судный, искусную работаю. Сделай его такую же работаю, как и эфод, из золота, из голубей, пурпуровой и червленой шерсти, из крученого весона сделай его. Голубой. Он... Что? Голубой. Ты сказал голубей. Да, из золота, из... Да, простите. Да, из золота, из голубой, пурпуровой червленой шерсти. Понятно, что не из голубей, да. И из крученого весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд. Карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Ехон, тагат и аметист. Четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспид. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Вот у меня, Крахиль, встречный вопрос. А вот такая дороговизна, вот не напоминает тебе наши иконы? Вот, это вот в Ветхом Завете такое повеление. И вот иконы такие дорогие, чем древнее, тем дороже. А почему ценность такая? Ну вот.
А вот видишь, что ты золото и рубины, топаз и изумруд. Все это было по повелению Божию сделано в Ветхом Завете. Это все изображение, все это можно считать, что почему бы это и не идолы. Ведь сказано, не делай никакого изображения. Тоже можно упереться вот по-сектантски. И все. А почему? А куда мы вот это вот все сейчас прочитанное денем? Выбросим, вычеркнем, отсечем. Сектанты так и делают. Но при чем тут имена только написаны? Да, если бы я была сектанткой, я бы сказала, тут же не про изображение людей, не про лицо их, а тут про имена. Про имена. Идем дальше. Почему только про имена, а не про людей? Но я сейчас хотел просто обратить ваше внимание на... Вот на почитание этих даже имен. То есть смотрите, как они украшены были по повелению Божьему, как украшены наши иконы, как, какие у них рамки, как вот у них бисером вот вышивают иконы, какие они дорогие. Вот. Я не призываю, что как бы... Ладно, идем дальше. Так как до пришествия Христа все находились в преисподней, а имена праведников писались на небесах, об этом мы читаем в книге Исход 32:32, простим грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал, то в храме и разрешалось иметь только имена. Понимаете, почему только имена? Потому что до Христа все находились в преисподней. Об очень этом подтверждается понятно. Послание к римлянам, 7 глава. Так, вопрос, Рахиль, у тебя? Давай. Нет, я говорю, очень понятно теперь. А, очень понятно, да? Вот, значит, послание к римлянам, 7 глава, с 15 по 23 стихи. Вот, обратите внимание, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, такого не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть здесь говорится о двух законах. То есть был закон ветхий, по которому душа согрешившая шла в ад. Сейчас новый закон, закон в моей крови, Христос говорит. Вот до Голгофы, до крови Христа, души всех людей находились в преисподней, всех без исключения, и праведников, и неправедников. Кто с этим не согласен, внимательно послушайте. Второзаконие 27:26. Проклят. А проклят, это значит, что он находится в преисподней. Кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним? И весь народ скажет аминь. Иеремия 11:3. И скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего. Галатам 3 глава с 10 по 11 стихи. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Преисподнюю шли праведники, не только грешники. Об этом говорит Иаков, когда ему возвестили о смерти Иосифа. Бытие 37-35. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». А мы знаем, что Иаков и Иосиф праведны были пред Богом. Однако вот. Дальше. «Но Христос души праведников вывел на небо». Об этом говорится в первом послании Петра 3:19. «Он», то есть Христос, «и находящимся в темнице духом сошед проповедал». И Откровение 4:4. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Вопросы? То есть, ну вот, 1 Петра 3:19, в темнице это, значит, преисподнем проповедовал. А зачем им там проповедовать, если их не вывести на небо? Значит, если сектанты так, ну, говорят, что не все идут в преисподнюю. Получается, Иисус Христос поднял на небеса 24, да, верных. Ну, почему 24? Может быть и больше. Здесь сказано только 24. Здесь не сказано, что Иисус Христос поднял 24. Тут просто сказано: «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца». Он видел, Иоанн, 24 старца. Он их сказал, а остальных он, может быть, не видел. А если не видел, то это не значит, что они не выведены были Христом. Я думаю, там больше праведников было, чем 24. Я так поняла, потому что сразу после 1 Петра 3:19 идет Откровение 4:14. Я думала, сразу как-то надо соответствовать вот этому. Ну, давай я вот делаю вот так. Вот. Абзац сделаю для тебя специально. Спасибо, Христос. Тебе не смущать. Вот так вот они, сектанты, и рассуждают. То есть они вот откровения как раз вот берут, и там бы надо бы точку поставить. Но вот в следующем стихе там уже о другом говорится. Они одно с другим слепляют, и у них получается вот этот вот тысячелетнее царство Христа, оно когда-то будет. Как раз вот они вот так вот. Это здесь вот так вот сказано, что чтобы обратить внимание на то, что в духе праведников в Ветхом Завете все шли в преисподнюю. Они не для того вот так вот сказано, что откровение за 1 Петра, что только 24. Праведников больше было. Помните, когда уговаривают город не сжечь? А если там 50 праведников? Бог говорит, если будет и 50, то и вот торговля начинается. То есть 50 опускается там до 10, а меньше уже и Господь перестал уже торговаться. У меня вопрос. Пожалуйста. Духи праведников. Духи имеют значение какое-то? Я понимаю, что тут все имеет значение, но
Почему не души праведника? Я думаю, на этот вопрос лучше Игнат Тихонович объяснит. Дух, душа и тело уже как-то рассуждали на это, я помню. Зрение будет, скорее всего. Игнат Тихонович. Тут пропустили еще одно место, надо будет прочитать. 1 Петра 4:6. Прочтите. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Теперь вопрос духи. Духи – это души. Видел я под жертвенниками, считаемые 4:6 откровения, души. А в послании к евреям он прямо пишет: духи праведников, достигшие совершенства. То есть они называются, что вторая субстанция у человека – дух или душа. Но когда три вместе поминаются, то дух – это настроение. Да сохранятся дух, душа и тело. Все. Так. Идем дальше. Устройство в храме по образу небесному. Книга Исход 25:40. Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе. Значит, и их изображения должны появиться в храме. То есть, если Господь в Ветхом Завете говорит, сделай эти изображения, как я тебе сказал, значит, в Новом Завете эти изображения должны были появиться в храме. В храме Зарававелем, в который Христос входил, и он не называл это идольским капищем, как вот сектанты говорят, что там были изображения, значит, это идолы. Вот. То есть мы должны сейчас уразуметь, сейчас еще будет разбор, что не всякое изображение есть идол. Ну и, соответственно, не всякое изображение есть священное изображение. И, ну, есть священные изображения, есть простые изображения, есть изображения идолов. И в одну кучу их не нужно смещать. И надо же также понимать, что некоторые к священным изображениям, они действительно священные, относятся как к идолам по неведению. Об этом вот я напоминаю история с Нехуштаном. Когда Бог повелел сделать Моисею змея на кресте, там, на шесте, так скажем. Ну а как змею туда положишь-то? Медного змея. И все, кто посмотрел на него, все исцелялись. То есть это было священное изображение, которое вот прообразно, может быть, указывало на Христа. Сейчас мы смотрим на икону Христа и тоже вот спасаемся, веруя в то, что Он Спаситель. И то, что мы его видим, эту икону Спасителя, это не делает его идолом ни в коем мере. Но тогда в Ветхом Завете из этого медного змея почему-то стали его называть Нехуштан, и вот и забыли, что это Бог через Моисея такое вот сотворил. Итак, разбор возражений сектантов. Сектант. Бога нельзя изображать на иконе, ибо его никто не видел, как и сказано в Священном Писании. Евангелие от Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда.
единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. 1 Иоанна 4:12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. 1 Тимофею 6:16. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Исход 33:20. И потом сказал он: лица моего не должно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Бога никто из человеков не видел и видеть не может. Православный. Если Виталий с нами, пожалуйста, присоединяйся. Так, нет сегодня Виталия. Может быть, Никита тогда? Виталий с нами, но молчит. Роль православного почитать. Есть желающие? Давайте поактивнее, то я... Это все, 7 минут у нас осталось еще. Пусть другие учатся. Давай, Никита. Давай, Никита. Пусть другие учатся. Учатся, надо писать, Никита, без мягкого знака здесь, в данном случае. Проверочное слово, что делают. Учатся. А вот учиться, что делать, то с мягким знаком. Ладно, давайте я буду. Давайте. Или что? Кто сказал давайте? Юра. Юра. Юра, то есть ты благословляешь меня и другое читать, да? Почитать надо. А, то есть ты согласен, да, роль Нет. православного на себя почитать? Ну, если доверите. Ну, давай, начни. Если что-то мне не понравится, я тебя, значит, остановлю. Понял. Бога нельзя видеть как Духа, но Его можно видеть людям, когда Он является им. В известных видах и образах, что люди его видели, говорит Святое Писание так. Бог явился Аврааму в виде трех странников, мужей. Быт. 18... Давай я. Бытие, 18 глава, с 1 по 6 стих. Так, ну, не будем открывать, понятно, о чем речь. Видел Бога Иаков. Бытие 32:30. И нарек Иаков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Моисей тоже видел Бога. Исход 33:11. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин юноша, не отлучался от скинии. И вот следующие места Писания, говорящие о том, что люди видели Бога. Числа 12 глава 6 по 8, 3 Царств 22:9 и Амос 9:1. Мы их не будем зачитывать, примем на веру. Иисуса Христа люди видели, когда Он жил на земле с ними. Евангелие от Иоанна 1:14. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И 6:36. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. 14:9.
Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» 1 Иоанна 1.3, 1 Коринфянам 15.8, Деяния 7, 55, 56, 9, 3.5. Так. Кто-то еще тут. Давай, Виталий, продолжай. Вот, Духа Святого видели. Так, Духа Святого видели и народ, и святые апостолы в виде огненных языков. Лука 3:21-22, Деяния 2:1-4. Во многих видах являлись Господь и Его святые в откровении к Евангелисту Иоанну. Откровение 5:6-8, Откровение 7:2-11-17. А это надо все читать? Не знаю я. Я вот до всего места, вот, которое так было открывало, на это времени не хватило. Каюсь. Не успел. Но... Люди могут изображать Бога для своего укрепления и назидания в вере, ибо видели Его. Иоанн 1,14. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть здесь, видите, столько мест много дается в Писании о том, что видели люди Бога и оставались живыми. И чем больше этих мест, тем вероятнее, что сектант убедится в обратном. Он приводит два места. Здесь мы вот раз, два, тут гора больше двух. Вот. Но и, если по ихнему скудоумию, ты хоть все эти места ему покажи, но вот он упрется вот в эти что. Ну, не видел, потому что нельзя остаться в живых. Написано и все. Значит, вот эти вот места, которые приводят православные, для него это ложь, он в них не верит, он их отсекает. Поэтому и они, у них и название такое-то, сектанты. То есть они берут то, что вот в его скудоумные мозги входит, а то, что вот узость взгляда на истину, а что выше, он не видит как-то. Почему это происходит, непонятно. Тоже они утверждают, опять же, вот, ну, написано в Исходе 20 глава, не делай никакого изображения. Я говорю, в 25 главе сделано, сделай. Он читает, сделай, да, ну и что? Все равно иконы идолы, вот ему, вот как вот у него, втемяшится в башку, как говорится. И... Вот, но нам, православным, эти места нужно знать. Вот, и может быть Бог даст, кто-то из сектантов, конечно, и обратит на это внимание, потому что они Библию любят, вот, и с ними нужно разговаривать вот только по Библии. Так, вопросы по вот этому возражению, что они к чему вот это сектанты-то говорят, что Бога нельзя изображать на иконе? То есть Бога никто не видел. Раз его никто не видел, значит, как можно изобразить то, что невидимо? Вот. И сам же это место приводит. Бога не видел никто никогда. Тут точка с запятой. И дальше он же приводит это место. Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Что значит он явил? Значит, показал. То есть до этого, имеется в виду, никто никогда не видел. Но и мы даже места Писания выше брали, даже и в Ветхом Завете говорили: видел я Господа. Видел. И он сокрушается, все, теперь смерть мне. А тогда вопрос, а почему же тогда Господь сказал, что нельзя видеть и остаться в живых? Что выходит, Бог солгал, что ли? А люди видели. И вот спросит такой сектант,
Отвечай, православный. Попробуй. Почему тогда Бог? Что ли, Сергей? Или что? Нет, ну вот я хочу порассуждать на эту тему. Все-таки, вот, допустим, сектант уперся. Вот в это место Бога не видел никто никогда. Поэтому его на иконе нельзя изображать. И вот он говорит, что обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. То есть вы, православные, все придумываете. Ну и вот, во всяком случае, иеговисты, они вот на это давят. Вот Рахиль была в этой секте, и там вот именно вот это учение, что они не верят в то, что Иисус Христос – Бог. Вот. И приводит вот это место Писания. Ну, надо прежде всего к Игнатию Тихоновичу это вопрос. Да, ну давайте зададим. Игнатий Тихонович, ну как вот написано же в Ветхом Завете, кто увидел, тот помрет. А люди видели, но они и померли. Не сразу, правда. Когда говорится, Бога никто не видел, его сущности божественной. Ну, знаете, что скорость света 300 километров в секунду. А за год сколько луч света пройдет? Вот миллиарды световых лет, и там Бог. И куда ни поверни, везде Бог. И конца края ему нету. Он безначальный, бессмертный, вечный. И вот этого Бога никто увидеть не может. А как ты его увидишь, когда то, что у тебя сзади, ты уже не видишь? Он явил себя, показал в том виде, которому он возжелал. В виде трех ангелов. Два ангела и Господь. В другом месте написано, видел Господа подобен яспису. То есть особый камень, как он сияет, в виде ясписа показал себя. А раз он показывал себя в разных образах, значит, это не его образ. Не его. Видели воплощенное тело. Он Бога-человек. Вот тут они его видели по человечеству. А по божеству видеть нельзя. Вот это и надо подчеркнуть. Всего другого ответа нет. Как Бога по существу, в его сущности увидеть его невозможно. Он всеобъятен, бесконечен. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край неба, и там рука твоя поведет меня. То есть, как я могу увидеть, что на другой стороне океана? Тем более не в одном месте, а всюду и везде. Вот это ответ. Правильное толкование только такое, которому не противоречит ни одно место Святой Библии. А сектанты они только вырывают. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Он ищет истину, а понять не может это. Его сразу заносит. И получается тут не то, что скотоумие, а безумие полное. Он не может совместить одно место с другим. Поэтому никуда от толкования церкви. Вот Синицкий, я тут сегодня выставил ролик. Меня попросили рассмотреть. Там он берет один, ну такой есть, Александр Синицкий. Говорит о Златоусте. И во всей его биографии он ни одного момента не находит, чтобы он правильный. Он везде виноват, Златоуста. То есть его даже, этого собеседника, даже дураком нельзя не звать. Он до этого уровня не дорос еще. Все, что бы он ни делал, он кормит 3000 человек каждый день. А это он пиарится. Это он сидит и рассуждает. Он никому не принадлежит. Я никому не принадлежу, говорит. Я просто никакой конфессии. Это 1000 раз хуже, чем если быть там баптистом, иеговистом, кем угодно. Он сам себе каждый день меняет. Его никто не одернет, он никого не подчиняется. Я вот посчитал у него 473 ролика. 473. И ни под одним ни одного комментария нельзя сделать. Там такая есть фишка. Поставил, и никто не сделает. А меня попросили, чтобы я его ответил. У меня 13300 роликов. Это в 27 раз больше.
но это не в 27. Если бы у него хоть под одним было комментарий, тогда бы в 27 раз. Но у него ни одного нет, то есть он бесконечно далек от этого. Он говорит, бредит умом, а никто его не знает. Рибок написано там, как на майке. Ну, сам бритый сидит, и да голос только начинает говорить, его видно. Он Бога не знает, плотяный человек, деревянные мозги. У него ни страха, ни благоговения, ничего нету. А люди слушают, он кого-то критикует. Кого он критикует? А все на месте. Ты по Писанию. А он даже выговорить слова не знает, Златоуста. Считает антифоныч с третьей попытки, как Брежнев, слово «Азербайджан» не мог выговорить. И слушают люди. А его слушают-то как? У него ничего нету. Его говорит, ты кто? Судья, прокурор, следователь. Ему вопрос задают. Кто ты? У него нет никаких роликов. Он, вот сейчас я сказал, ему дадут, он на меня должен броситься. Обязательно. Он не может, это его пища. Он избран дьяволом на это место. Чтобы везде и всюду всякие кляузы говорить. Я прослушал один ролик. Кое-как. Вот этот, про Златоуста. Какой он? Он просто враг. Он мозги свои полностью растерял. Что говорит, он не отвечает за это. Ну, вот я сегодня раскидывал. Я бы вам скинул, Юрий, но вас нету. Вы войдите ко мне. Я материал-то даю, а вас там нету. Я на общий-то ставлю. Вы попросите, чтобы я вас принял. Я смотрел. А, ну вот все тогда. Здесь вот. Ну, бывает, здесь что-то вот. Конкретно вам только надо сказать отдельно. А вас нету у меня. А я никого не прошу. Ко мне просятся. Я просто не умею тут и... Вот я говорю, о чем понятно? Меня да. попросил Сергей Козлов сегодня утром рано, чтобы кто-то ему, какой-то брат, сказал, вот этот синий, этот разобрать. Он там клевещет, поносит Иоанна Златоуста. И я разбираю. Там разбирать нечего. Бредня. Блевотина. Столетняя. Эти враги у него были, и сейчас они выползают все. И мы с ним не... Я сказал, пусть зайдет, мы поговорим, но чтобы кто-то был арбитром, чтобы равное время было дано сказать. Там все гнилое. Он уста привык к злословию, он злословит, и у него ничего нету. Не знает ни жития святых, ни каноны. То, что Златоуст согласился пресвитером был быть, он его поносит. Что его избрали архиепископом Антиохии, поносит. Что его поставили там Константинополе патриархом, поносит, чтобы он должен был ризы скинуть, и все, он даже не еретик, он никакой. Буйно помешанный человек. Дьявол, говорит, во рту сидит. На Иоанна Златоуста эти слова говорить, даже его когда тащат веревкой привязанного, убивает, и он все равно продолжает его клеветать. Явно дело, что не он говорит, демон в нем. Говорите. По описанию Моисей видел Бога, Иаков, да? Написано было. В той форме, в том виде, как Богу угодно было. Они видели Бога. Но это не означает, что Бога по существу, а видели в том виде, в котором он себя показал. Доступным для человека. Это называется антропоморфизм, очеловечивание. Очеловечивание. Господь говорит, простру на дома сапог мой. А, ну давайте ухватимся, сапог. А какой размер у него сапога? По государству мерить. Ну, все это говорится, чтобы мы могли понять. Бог сотворил человека, и написано, и раскаялся, что сотворил. Да Бог не может раскаиваться, потому что раскаивается тот, кто не знал. Она вышла замуж за него. Я раскаялась, мама говорила, не выходи за эту пенчушку. А я вышла, я раскаиваюсь. А Бог-то знает. Это для того, чтобы нам было понятно. И вот на людей жалобы. И Господь говорит, сойду и посмотрю, сойдем, посмотрим. Действительно ли так? То есть это говорит о том, что Бог все делает при тщательном рассмотрении дела. Он сразу бы наказал, но чтобы нам было это понятно. Если так вот в грубой форме выразить, то сказать, все, что написано о Боге, это неправильно, это неверно. Это написано приближенно к нашей немощи. О Боге мы ничего не можем сказать. Только одно в благоговении воскликнуть, аллилуйя, и все. Когда разговаривал Ездра, он, третья книга, он падал в обморок и лежал, и
С ангелом разговаривал только, и то. А с Богом это невозможно. Поэтому Моисей, он показал себя со спины. Мы должны с этим соглашаться. А как разъяснить? Никак. Никак не разъясняй. Просто услышал, повторил слова и все. Это слишком мало здесь объем, чтобы вместить. Вы знаете этот рассказ, как блаженный Августин думал, ну, говорят, что это о нем было. Ну как, это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, сии три. И однако един. Бог один, не три Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Это один. Ну как это может? Видите, там мальчик маленький сидит, ямочку выкопал в песке моря. И раковиной воды почерпнет, там волна набежит. Он вылетит туда, но она еще в песок ушла. Он поставил, говорит, ты что ты делаешь? Он говорит, я хочу этот океан весь залить в этот, в дырявый вот этот. Он говорит, разве это можно? Он говорит, так как же ты решил невместимого Бога вместить сюда? И вдруг все исчезло, видение кончилось. И он тогда схватился, что я думаю, куда меня занесло? Мы можем только говорить слова с благоговением. Вот, допустим, Никео Цареградский, символ веры. Все, повторяй его. Понятно, непонятно, никуда ни слова. Верую во единого Бога Отца. Верую, не понимаю. Это разные слова. Понимать, это значит разум подключить. Вот один понимает, говоришь, а другой не понимает. У него развитие маленькое. А это нельзя понимать о Боге никак. Никак. Я просто верую. Я православный. А православие, слово православие уже встречается в апостольских 85 правилах. К первому веку относится. А он этот Синицкий-то говорит, что в 11-м, что ли, веке слово православное. Он ничего не знает. Ничего, он привык к этим, и там люди приходят, а таких, которые против, они же находятся, у него отовариваются, это там тысячи человек приходят. Я сегодня по просьбе занялся этим. И... Вот так. Игнатий Тихонович, вопрос. Да. Вот у вас опыт-то большой, 50 лет, сколько там, плюс-минус, сектантами. Сектантами, да, 56. И вот есть какие-то наблюдения, вот почему некоторые сектанты все-таки приходят к истине, ну, к православию, незамутненному, к истокам, а некоторые все-таки, как бы они ни пытались, и остаются вот в своем вот этом в узости взгляда на истину, и также остаются в болоте сектантства. Какие признаки у того и у другого вот, персонажа? Можете как-то? Ну, как и признак один. Господь коснулся, благодать Духа. Благодать призывающая, благодать обращающая. А у другого нету. Он постоял, вздохнул и пошел. Благодать. Избрание. Если человек избран, имя его записано на небе. Это один ответ. Человек не избран. И он и не ищет. Такое остается. А не так, что потому, что он хороший или родители. Это ни от чего не зависит. Но чем человек чище живет... Написано, говорю, дурную, злохужную душу премудрость не войдет. Если он пьяница, наркоман, там, сквернослов, ему ничего и не пристанет. Он не ищет Бога, ему это не надо. А нет, он на себя петлю наденет, а он не обратится. Туда ему дорога, он себе избрал этот путь, и ничего нельзя сделать. Никак. Я очень часто видел это. Разговариваешь, я вижу, что оба одинаковые они, два брата. Один обращается сразу же, а другой нет. Его сразу зависть заедает, и он начинает тогда клеветать на брата, да кого вы принимаете, да женщина такая вот была у нас, а ее там тетка нападает на меня, вы совсем не видите, она такая плохая, вы ее приняли, ну она крещение приняла. То есть она сама не приближается, а та просто раскаялась, обратилась и все. А человек этот шаг должен быть, ты должен жаждать. Я могу сказать, у меня поиск был все время Бога, а книг-то не было. И когда показали фильм «Отверженные», «Ле Мизерабле», «Отверженные», Виктора Гюго, это постановка Франции и Германии, я в армии это увидел, где-то в 60-м году. Солдаты пошли, позевывают, им неинтересный фильм, а меня всего потрясло буквально. Я скорее книгу нашел в библиотеке. Сколько раз я прочитал, сколько выписал, сколько раз фильм этот посмотрел, я понял, у меня путь... Начнется другой. Теперь найти Евангелие. А они ни один не тронулся. Никого это не коснулось. Они не искали.
А я искал это, и меня никто не уговаривал, ничего. Я ухватил один кадр, когда он умирает и говорит о себе. Вот он, великий страдалец. Страдалец и распятие на весь экран. А сейчас этого нету, этого кадра нету. И я фильм достал, хороший, а нету этого кадра. Вот причина в человеке, что он не открыл сердце. Все. Вопрос. В символе веры есть такие слова. И сидящий одесную отца. Одесную. Что справа, это? Справа, справа. Правая рука, десница. В деснице власть. А это ашую, левая. А в не то, что он сидит там, это означает равночестность, равенство. Справа. Понял. Спасибо, Христос. Слава Христу. Не вам, братья Тарман Фроликов. Ну, а то, что Игнатий Тихонович сказал, это, конечно, ну, это естественно, правильно. Но не надо забывать, что если даже, как Игнатий Тихонович правильно говорит, и Библия, что они сами себя отлучили от любви Божией, то все равно мы-то должны все равно им говорить, обличать их, любить их, добро им делать, молиться о них. Да. То есть благовествовать. Время идет, давайте занятия дальше. Нет вопросов больше. Так, давайте дальше. Второе возражение сектантам. Так, сейчас я подключу, чтобы все видели. Итак, сектант говорит, всякие изображения, а следовательно и иконы, запрещены самим Богом. И вот множество мест Писания об этом он приводит, достаточно много. Но вот одно из них, Римлянам 1:22-23. Серебро, золото, дело рук художника и рук плавильщика, одежда, на них гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. Кто не убоится тебя, Господи, царь народов, а Господь Бог есть истина. Православный. Из приводимых мест нигде ни слова не говорится о священных изображениях. То есть об иконах, а говорится лишь об идолах и кумирах, что совершенно неприложимо к святым изображениям. Слова заповеди «не сделай себе кумира» говорят об изображениях нечистых, а священные изображения сам Бог повелел иметь. Исход 26:31. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона». Искусную работу и должны быть сделаны на ней херувимы. 3 Царств 6:23. И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева, вышиной в 10 локтей. 2 Паралипоменон 3:7-14. Исход 36:8. Найдите хотя бы одно место в Библии, говорящее о том, что не нужно иметь святые иконы. Так, вопросы. Дальше идем. Сектант, если вы православные не считаете икону за Бога,
то почему не только дети, но и взрослые называют икону Богом? Да, икона иногда называется Богом, но это только в разговорном языке для краткости речи. Подобно тому, как, указывая на портрет, говорят: «Это отец мой, это сын мой». В Священном Писании мы видим, что кивот Божий называется Богом, ибо он напоминает собой Бога. Числа 10:35-36. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Чуть пониже. 1 Царств 6:19-21. «И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: кто может стоять пред Господом сим, святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» Так, вопросы по этому. Ну, тут и понятно, да, на портрет мы называем, да, отец, сын, тут тоже. Еще одно возражение. По-нашему идолы и иконы одно и то же, а тех и других можно одинаково сказать словами Святого Писания. Есть у них уста, но не говорят. Псалом 113:12-15. Так, ну еще 134-й псалом с 15 по 17 прочитать. Ну давайте прочтем. Псалом 134. Так, Псалом 134, с 15 по 17 стихи. «Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его влеку во спасение, святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Так, что-то, видимо, какая-то опечатка, наверное, не стыковочка. Сергей, посмотри, тут какой, 134-й псалом, а ты 131-й считаешь, миленький мой. Ага, виноват. Видите, у меня тут... Так, с 15-го... Так, идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Вот такое возражение сектантское. И у ваших икон они не видят, не слышат и ничего. Значит, это идолы. Давай, Виталий. Защищайся. Православный. Да, по мудрованию людей идолы и святые изображения одно и то же, а по учению Слова Божьего совсем другое. Ведь и изображения херувимов имели уста, но не говорили, и уши, но не слышали, руки, но не осязали. Но их носили священники. Числа 4:14-15, Иисус Навин 3:6-26. Херувимов возили на валах. 2 Царств 6:6-10. Однако Господь через священные изображения не только творил великие чудеса, но сокрушал и самих идолов. 1 Царств.
За непочтение к святыне Господь убил 50 тысяч и 70 человек. Ветхозаветное все было прообразом новозаветного, чтобы мы не были похотливы на злое. 1 Коринфянам. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Да, я вот это вот сейчас прочитал, и есть такой фильм «Марьино стояние», где гуляли, и икона была Николы Угодника, и вот там на гулянке с ней танцевали, и что потом после этого произошло. То есть, как тогда в Ветхом Завете 50 тысяч и 70 человек убил, так и здесь эта девушка стояла, и там приходили там вот эти всякие там тогда милиция или кто там, всякие службы безопасности тогдашние, и все это замалчивали, ну и очень похоже на наказание Божие тогда. Вот. Вопросы по вот этим вот возражениям есть? Есть у них уста, но не говорят. Ну, православный такой довод, да, что не нужно на святые изображения так говорить, что вот это идолы, это может очень плохо кончиться. И вот пример, что 50 тысяч и 70 человек Господь убил, за что? Прикоснулись, залезли туда, чего не должно делать. Так и вам, сектантам, языком своим не нужно влезать в то, в чего вы не разумеете. Не нужно хулить священные изображения и иконы. Я слышал, что у свидетелей Иеговы там прямо обряд, нужно прям вот доказать свою веру сектантскую, нужно там потоптаться по иконам или там раздавить или сжечь в знак того, что вот ты отрекаешься от идолов. Игнатий Тихонович руку поднял. Да. Сергей Павлович, я уже сегодня пятый раз, примерно, поднимаю руку, и ты даже не смотришь. Куда ты смотришь? А я смотрю на экран. Да нет, я ты маленько глаза подними. Я все время в окно смотрел, что за мной машины КГБ стоят. На экран. Дело в том, что... Вот сейчас верни назад этот текст. Я протестую просто. Как вы считаете небрежно? Вы понимаете, чтобы вот этот материал составить, это сколько надо было искать, когда симфонии не было? А вы места эти выбрасываете, они считают. Вот сейчас считал Виталий, 1 Коринфянам, все это происходило. А дальше 10 глава, 6, 11 стих-то, он не считает. Почему? Вам что, назвать вещи своими именами, почему не считает? Поэтому извиняюсь, Игнатий Игоревич, исправлюсь. Поэтому не знаете, и встречаясь с людьми, с сектантами, вы должны назвать место Писания. Вы этим самым покорите их. А вы считать не считать, а кто вверху там вообще не считали. Каждое место это надо было найти. Вы оценить не можете какой-то материал. Где вы знаете Иисуса Навина, 3 глава, 6, 26 стих? Материал наиболее полный. Это не то, что я по разным журналам везде смотрел, как миссионеры работали. Тут какой труд заложен. А вы так, поэтому завтра ничего и знать не будете. Нельзя так. Да, считает Сергей там царство. А какое царство? Впереди цифра стоит. Четыре книги царства. Это вам все равно? Иные считать не будут здесь. Они будут слушать ваш голос. Вот это все, что мы считаем сейчас, вот что об иконах там было. Меня никто не учил. У меня не было учителя. Я учился у самого Господа Бога. Никого не было. Нет, один в городе. Остальные сектанты. И вот это все до одного места мне пришлось заучивать наизусть. Во время беседы не по бумажке, а на память все это говорить. Поэтому мне, ну, непонятно, как вы так относитесь. Ведь ни один из вас сегодня заниматься-то не будет этим. Знать наизусть. Молодые, вы маленько напрягите себя, многое знаете, смотрите, считаете. А вы вот это возьмите. Вот эта тема иконопочитания, она прямо горит. Вот ты считал 134-й псалом сейчас, снова открой его.
Там написано 17 стих, вы его не считаете. А в этом-то весь смысл. Вы даже не то, что не назвали и не прочитали. А я это, говорится, с кровью добывал. Дальше что? 18. Подобны им будут делающие их, и всякий, кто надеется на них. Подобны им. Подобны. Глазами-то видно, что речь идет об идолах. И мы говорим, вот, Рождество Христово, Матерь Божия, Иосиф, картина, икона. Так, подобны им. Я хочу быть подобен. А здесь укор. Вы нарисовали там бык Апис, бог Мардук там стоит там с клювом, с каким-то. Вот на него будешь похожий. А если это, то я буду похож на это. Стоят ученики, Христос возносится. Да будет подобен изображению. Да дай Бог. Значит, явно, что речь, если они это говорят к идолам, мы скажем, мы принимаем это. А вы на кого будете похожи? Подобны им будут, подобны им, делающие их. Чудо какое! Какое обещание! Значит, речь идет об иконах, а не об идолах. Там-то упрек дается, а если сектанты говорят идолы, мы тогда берем это и это самое им представляем. Но мы подобны им, а вы? Я на этом стихе последнюю точку ставил иногда. Пока они не сойдут. Вы хотите быть похожими на них? Нет. А мы хотим быть похожими. Они начинают переглядываться. С сектантами работать – это не на печке лежать. Он сказал места Писания. Мы должны каждое место Писания показать, как его совместить с другими местами. А не так. Он говорит одно, я говорю другое. Друг за другом бегают. Это никакой ты не работник. Место, которое называет сектант, считает Писание, ты сними шляпу. Будь внимателен. Это Дух Святой говорит через него. Потому что идет чтение Библии без толкования. А теперь ты все это разбавь. По образу небесного. Еще раз, вы верите, что по образу небесного было? Ну да. Ну, написано, они любят Библию-то. Если по образу небесного, то из-за на небе были ангелы, они есть херувимы. Были они, есть и в Скинии. На небе были только имена, люди-то еще в преисподней. Поэтому по образу небесного на дощечке имена 12 колен Израилевых. Повтори это все совместить. А теперь дальше. Но души-то в преисподней были, вот Рахиль сказала, теперь все понятно. Так ты вмести в этот разговор. На горе было показано небесное, но не земное. Они этого не понимают. Вот тут они начинают переглядываться. Мне приходилось в больших собраниях говорить. Все до одного согласились принять. А старший пресвитер у них назвался, епископ не был этого названия. И он говорит, ну что, надрали нам сегодня? А он сам потом принимает крещение, к отцу Геннадию Фас поехал. У нас нынче крещение будет 7 июля. Которая не знает, где креститься, можете на меня их вывести. Чтобы узнать его, мог дать им путевку. Написать, когда. Игнат Тихонович, а вот многие говорят, что Ветхий Завет уже не нужен, отменен, как бы вот. Вот недавно у меня было общение, католики с католиками дискутировали, и вот. Говорят, да что ты нам о Ветхом Завете? Мы же сейчас люди Нового Завета и так далее. Зачем нам новый Ветхий Завет-то нужен? Все нам тыкаешь. Я повторяю. Двумя словами говори. Вы доказываете. Скажите, они отрицают Ветхий Завет. Все. Вопрос задавать-то надо не как-то Василий вот был этот и там Ивашин-то. Ему он вопрос не задает, а старается опровергать что-то. Он сам себя обманывает. И здесь католики говорят, спросим, вы псалтырь читаете? У них все основано на псалтыре, как и у нас. А как же, это Ветхий Завет? А по Риме считаете ветхозаветнее? Да. Так без Ветхого Завета новый-то на чем бы был? Господь говорит, исследуйте Писание. 5.39 Евангелия от Иоанна. Писание, через которое вы думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о мне с большой буквы. Православным-то нельзя сказать. Вы думаете через Писание. Тут думаете через что? Через просфоры, через причастие, через иконы. Через Писание. Исследуйте Писание. Когда Господь говорил, Нового Завета не было. Он еще на земле был. Исследуйте Писание. Господь говорит окружающим, говорит и к нам. Писание исследовать – это Ветхий Завет. Он сказал, ну что сказал? Ты ему сразу раз вместо Писания.
Запиши, заучи. 1 Тимофею 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Какое учение? Какие писания? Они ежедневно, говорит, вникали в писание, благомыслия фессалоникских были-то, разбирая, так ли это. После проповедей Павла, где они разбирали? Писания-то вообще не было. То есть Ветхий Завет. Ветхий Завет и Новый – это два крыла одной птицы. Ветхий Завет и Новый Завет – это в гостиницу привез, 2 динария дал. А он сказал, а ты ему покажи, что он не знает Ветхий Завет и старается тогда обрубить одно крыло. И он сказал, ну и хорошо, что сказал, он вылез немножко на бруствер. Вот теперь с ним тут и разберись. Ты скажи, в Новом Завете говорится и наречется Назареем. Где говорится? Покажите, где? Матфей говорит, сказано, говорит, и наречется Назареем. Где? А вот Агнец Божий берет грехи мира. Какой Агнец? Что значит за Агнец? Что за жертва? Это все из Ветхого Завета надо знать. Что ягненка приносили в жертву, напоминающую Сына Божия. Ветхий Завет был тенью, а тень-то от тела падает. А тело во Христе. А тень-то как раз и вела, без тени-то и сегодня тела нету. Солнце-то одинаково светит. Вы понимаете, вот вы слышите это, запоминайте, какой ход. О чем бы он, сектант, не сказал, ты мгновенно к Богу сразу помолился, и что сказать? Вот этот сам Синицкий-то, сегодня узнал Александр-то, там все, там, говорится, негде даже поставить роспись какую-то. Но, однако, я сказал, с сегодняшнего дня я о нем молюсь. Я его заношу там, у меня вот отдельно о болящих, отдельно о путешествующих, отдельно, как бы по группам у меня, чтобы запомнить, я все запоминаю их и на память молюсь. Теперь он у меня в группе людей, которые не знают Бога. Это Герман Стерлигов, Александр Глебович Невзоров, которые были. Отдельно у меня отступники, которые были, отошли. Отдельно пьяницы. Начинают молиться, молитвы никакой нету. Как так? У кого нету, заведите вот такое на 100. Я уже показывал как. Кто не знает, я ему вышлю. Сейчас, прям тут сразу. Что означает 7-кратная в день молитва? Для пенсионеров это глоток воздуха, воды. 7-кратно в день. Это 3 святое и 100 поклонов. И что в эти поклоны вложить? Это другой разговор будет совсем. А тут самое простенькое. Что такое ефод, кидар? Ну, открой. Ты же видишь, там все указано. Я тебе скажу, одежда находится там, подпояска какая. Тебе ничего не скажут. А там подробно, когда, в каком веществе. Подробности мне не нужны. Но я знаю, что это священное изображение. Без него он не мог служить. И не просто не мог служить, вот человека помазали священники, и прямо дается трава такая-то, там по-нашему сказать, там сколько грамм всего. Ну, это любой сделает, как сектанты, любой руки положит. Посвящение в священство. Нет, любой это сделает, но только за этим стоит та яма, пропасть. И кто сделает подобное, чтобы помазать, да будет предан смерти. Кто будет подобное делать смерти, и отступись от этого. Вот это рукоположение... прообраза было. Они не знают, они все как проклятые. Слуги до пана Аверона и Корея. Самое страшное наказание. Живем в ад. За что? За отделение от церкви. А теперь что в церкви есть? Вот мы разбираем об иконах. Вопрос поставлен. Без икон не было никогда в храме. И второй храм они построили, храм Зарувавелев. 47:17 Иезекииля подробно говорит об этом. Ну все сегодня у нас кончилось. Игнатий, еще нюанс такой. А значит ли это то, что, ну, что нам теперь надо ведь закон-то исполнять? Как это вот? Они вот тоже на это говорят. Ну что, ну исполняй теперь весь, все в заповеди. Да не надо дальше говорить то, что сказал. Я сейчас только сказал. Ты не повторяй это. Это кто учителями работает, она вот домой учительница приходит, один ученик так сказал, другой так. Зачем мне голову забивать-то? Ученик не знал урок, двойка. А теперь я ему объясняю. Все понятно. Он сказал. Да кто говорит, что все исполнять-то? Ветхозаветнее указывало, как будет в Новом Завете. И мы это видим. Вот теперь мы это исполняем. Ну, в Ветхом Завете было что-то. С бородой ходили. Почему без бороды? Да ко мне... Что тебе доказывать? Тело Бог не менял.
Мужские органы и женские остались как есть. И что за этим идет, как растет, где и что, это Бог установил. Так это в Ветхом Завете. Да при чем тут в Ветхом Завете? Скажешь, десятину не платишь. Десятину, десятую часть заработка. А почему? Дальше-то ты продли этот разговор. Почему за то, говорит, ты не платишь? Ты плати, но не меньше десятины, не меньше, чтобы праведность была выше праведности книжников фарисеев, иначе не увидите Царствие Божие. Жадина. Не меньше десятины. Первая церковь, которую основал при князе Владимире, называлась Десятинная. Налог был наложен на всю страну. Десятинная. А почему? Златоуст говорит, ты на какой земле работаешь? Кто дал землю? Кто сотворил? Бог. Ну поделись с ним чем-то. Воздух кто дал? Воду кто дал? Солнце кто дал? Семена кто дал? Бог. Ну почему ты его исключил, когда расчет пришел? Кто возрастил? Он сделал. Заложил там грязью, полил, там одна грязь, и вдруг растет такой подсолнух, пшеница. Кто это сделал? Бог. Ну почему ты ему не отдаешь положенное ему? Бог говорит, я не требую все, я прошу одну десятину. Так это в Ветхом Завете. В Новом ничего не изменилось, нет. В Ветхом Завете было не женись там, не открывай ноготы матери, сестры родной. В Новом Завете нет ничего. Ну давайте инцестом занимайтесь. Переходит сюда все, что касается плоти человеческой. А если не касается, то двусемьида, о беде прямо говорится, все, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное, ибо освящается Словом Божьим и молитвой. Ну, не знает Писание, так, ну, можно стронуться с места. Я говорю, молодые ребята такие, там, 30-40 лет, какой возраст, самое ядреное. Запомнят все до одного места, которое про иконопочитание. Запиши, какой вопрос, какой ответ. Иначе они с тобой разговаривать не будут даже. Они скажут, ну вот написано, не видели. А ты покажи, что речь идет о божестве, о сущности, которую никто не может видеть. А видели только в той мере, которую Бог дал. Называется антропоморфизм, очеловечивание. Все. А когда вы так говорили, вам не противоречили мне? Никогда. Они умные люди. Вот ответ. Я просто вас побуждаю к этому. Не так, что сейчас закрыл, Сергей Павлович пошел с собаками заниматься, а вы со своей душой, как с собаками занимаетесь, даже не занимаетесь. Вот и ответ. У него собаки делают то, что не каждый человек сделает. Они все знают чужого, как охранять. Вот от сектантов не можешь свою семью даже оградить-то. Сколько мне жалуются. То жена такая, то... А ты-то для чего был? Да откроем. Все, однако. Можно, да? Игнатий Тихонович. Но. Низкий вам поклон за ваши труды. Ой, мне так нравятся наши сектантские, противосектантские занятия. Ну, вот запомните это, так... наизусть запомнить все. Вы не знаете, сколько я трудился над этим. Каждое место писания надо найти. Что соответствует. На какой вопрос отвечать? Это готовые материалы считают, даже местописания не считают. Вот собралась компания тоже мне. Еще вопрос хочу задать вам, Игнатий Тихонович. Псалом, вот вы говорите, семикратно день прославлять. А славить Бога можно песней, псалмами. Делай ты, что хочешь. Но я тебе говорю, как лучше, это тоже опыт. Три святое везде начинается. Царю Небесный и да Отче наш. Это утренние и вечерние молитвы. А далее вот 100 поклонов. Это из святых. Я поминаю 77 названий. Святых, мучеников. У меня все перед глазами. Можно Серафимов правило взять. Одну Богородицу считать 40 раз. А у меня нет повторов. Вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Второй бабышок тут этот. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Следующее. Слава тебе, наш Бог Иегова. Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир человека и благоволение. Вот. А теперь благодарю тебя, Господи, за тот день. Это вот одна бабышка будет. За тот день, когда ты дал мне веру в тебя. Это чудный дар неба. Дал страх Божий, ожидание суда Божия. Второе опять перебирай, Господи.
Я благодарю тебя за тот день, в который ты дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Я ежедневно это благодарю и многократно за суды. За суды, не просто за хорошее, а за все, что тяжелое. Благодарение Богу. И тогда жизнь твоя по-другому будет выглядеть-то. Да не ходите в перевалку, то ходите быстро всегда, когда куда идешь. По походке уже можно определить, кто он, инвалид или живой. Проси Христос, вот Игнатий. У нас в Потеряевке жил тут Никита Андреевич Колесников. Так баба Серафима, все меня спрашивали, а он офицер какой, как он идет ровно, как он шагает. Она, бабке 93 года, она влюбилась в него. Низкий поклон вам еще раз. То она офицеров хороших не видела, Игнатий Тихонович, настоящих офицеров. Я не могу сказать, видела, не видела, но другой идет, он вот так вот, голова вот так вот все время, он ничего не видит, кроме того, что кончик носа своего. Да, я понимаю вас о чем. Но если бы она увидела настоящего офицера, то от бабушка Серафима еще в 100 лет жила бы. Ну, я знаю, что если он офицер был военный, то его выправка, видать, он на пенсии такой же. Он идет и каблуками щелкнет, распрямился. Вот я видел, как там дагестанец, чеченец идет. 85 лет, он идет, только жезл в руках у него звенит. А сегодня по походке определяют врачи, даже не исследуя, видно, что в нем болезни или не болезни. Стонет, какое лицо. Идет, улыбается солнцу и ветру, всему. Да какой это возраст, 80 лет? Сам только начинаешь жить для Бога, потому что при большей крепости кончилось, а дальше только дар Божий идет сверх того. Истину глаголите. Ну все, во славу Божию, давайте молиться. Достойна истякова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович, молитесь. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы благодарим Тебя за все милости, которые мы испытали до сего дня, что Ты открылся нам через веру. Это все плод Духа Святого. Исполни сердце радостью, благодарением за все, что Ты даешь нам. И то, что нам еще и не по силам осознать, и за это благодарим. Господи, во всей Твоей красоте и полноте отобразись в нашей жизни, чтобы незнающие Тебя через нашу жизнь приблизились к Тебе и восславили Твое чудное и дивное имя и дела Твои. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Если кто-то пожелает к следующему занятию вот эти места, которые в книге указаны, но не найдены, найти и вставить, свяжитесь со мной, я покажу как, и потрудитесь во славу Божию. То нехорошо все на одного завалить, и я вот сегодня маленько не успел доделать. Это очень большой тоже труд, каждое место найти, и я вставил вот сколько мог. В начале занятия, а в конце пришлось читать вот так вот. Игнатий Тихонович сделал замечание. Услышали меня все? Если никто не сделает, я сделаю сам, конечно. Но вам будет стыдно, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. С Богом!